Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, перед нами Honor 20E, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе включить или выключить вводимую метку в камере. Для этого мы открываем саму камеру нашего телефона, и в камере нажимаем справа сверху на шестеренку, чтобы попасть в настройки. Здесь в настройках у нас есть пункт, который называется «Водяной знак». Вот здесь вот добавление водяного знака. Его можно включить или выключить. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.